able to cross off this first eighth. I can put a 16th rest, because 2 16ths equal an eighth. So that's gone. Now I have 2 beats left in this group of 3. What can I do? Remember the 3 grouping rule? You can attach the whole thing, the front 2, but not the back 2. So I can't put a quarter rest here. I have to put those up there individually as 2 eighth rests. Cross off, cross off. That's one group done. Now the back, this 2 eighth notes left over. 2 eighth notes equal 1 quarter note. So actually, these are both taken care of for me. So I don't have to do anything. This is the end of the question. It's all done. So that's the hybrid meter worksheet. Be sure to write the subdivision brackets so that you don't get lost. And yeah, you can download this worksheet and go practice. And good luck. So here is one of the 2 free level 8 worksheets available online that concerns itself with chord symbols. On this worksheet, we use closed position chords, and on the other worksheet, there are open position chords if you're looking for those. So we are going to do a few questions so that you see how what we learned at the piano and at the whiteboard applies to what you're doing on your exam. So everything you see here is something that you will most likely see on your level 8 exam. We were going to do this question together, this one right here. It says write a functional chord symbol and the root quality chord symbol for each of the following chords in these major keys. Вот это и есть там сам, да. И бабку то играет, тоже все, да, да.
палеонтомок. А как же я-то как бы? Такой как бы, блин. Как же, когда... Ну, значит, так. Вылетает в трубу, потому что время. Очень долго летает. Значит, ненормальная игра, да. Ты нормально играть, ну. Согласны, я скажу. Ладно, ладно. Что у нас уже все нормально. Ну, кстати, это тоже, да. Ладно, бегите вместе. Маразмов. Морозмады. Морозмы. Немножко. Ух ты, блин, ни хрена себе, как так можно это? Это что такое? Как так можно двигать? Ну да, мне кстати. Вы все чокнутые. Можно говорить. Хотел сказать ей, выходи за меня, а сказал, давай закажем. О, пышную булочку. А, нежную курочку. Хрустящую панировку, спелейший томат. Так бывает, когда шеф-бургер на мне. Шеф-бургер за 129 рублей. Закажи в приложении KFC. Всех победил KFC, говорит, да. Ну, если так говорить, тогда, по идее, всех победила война, которая все время идет в этом мире где-то. За минуты, снова и снова. Всех победили вирусы, которые все равно тебя, да, понимают. Ну, по сути, так, вроде бы, да. Это уже симбиоз. Война — это не симбиоз. Как ты будешь это... Это уже извращение, блин, да. А через этого нормально. Через этого человечного, да. Ну, как хочешь. Как хочешь. Если ты хочешь быть мясником человеческим, да, то есть и соучаствовать в убийствах, в массовых убийствах людей, да. И свою жизнь единственно так прожить, это выражение, конечно. Да. Ну да, ну по сути не имеешь права, вроде как, по логике просто не имеешь права. Да. Ну, да пошел нахер, что это якобы. Вот.
за свою жизнь, потому что жить они других людей наказывают. Правильно говоришь? Вот видишь. То есть я тебе говорю, любая дорога ведет к тому, что войны не уйдет. Да, 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 да. Если ты идешь. Да, да, да. А если нет, то ты мужик тогда получается, что ли? Да. Не знаю уж тогда, да. То ты все, стагнируешь тогда ты. Ты ждешь, значит, когда вот, да, типа авангарьеры тебя сидят когда-то. Наверное, да. Когда тебя авангарьер съел, да. Ладно, ну, да. Ладно, проехал. Да, как ты чувствуешь? Надо очень, ну, трудиться надо, да, на целом, надо много, наверное, да. Да, понимаешь, да, то есть надо очень, так, свою единственную жизнь надо как-то прожить вообще, просто вот проживать ее, да. Ну, приятного аппетита, я не про это, да. Ну, да, меня не касается, да, едешь. Своим покрывалом. Ну, как-то можно без войны жить, и война это нехорошо. Да? Но в любую не погоду не всегда. Раз, два, три. Даже, здесь даже не в качестве миротворца, а в качестве... В качестве того, что... Да, понимаю, да, да. Потому что миротворец это как бы антибелый обезьянчик. Вот белый обезьянчик, я, а я антибелый, то есть одно и то же. То есть, да, да, да. А просто, да, понимаю, да. Уж не знаю, да. Примеряю, что нас объединяет? Римские дороги, римское право, да, и так далее, да, дела людские, неважно какие, да, да, плотские, ну, тогда давай тогда плоть уберем, что не мешает тебе жить, пусть тогда, да, кто не детям должен быть, что не здоровье, да, начни с тебя, как говорится, да, и народу всему как-то надо, поможем народу, чтобы они все с святой жизнью жили, или как в фильме «Лекс». Вообще всю планету освободим. Ну да. Ну чем тогда? Ладно, пока. Ты похоронен, родной брат. Покойники были. Мы живые покойники. Меня вывезли вообще сразу в больницу Череповец. Так что я трупом была. Шоколад, конфета, целый кусок хлеба. Немыслимое тогда лакомство. Ровно 78 лет прошло. Но как бы далеко это ни было, будет помнить. Помнить всегда. Потому что забыть такое просто невозможно. Не отстоит правду о войне. И даже во времена всемирной лжи обязательно сможет сделать это. Предпринимаются попытки перекодировать общество, а это не может быть не связано с попытками историю переписать, причесать ее под чьи-то геополитические интересы. После Второй мировой войны был создан тот миропорядок, те правила, по которым и в рамках которых мы живем сегодня. Кому-то показалось, что после холодной войны они оказались победителями. Они полагают, что нужно поменять порядок, возникший после Второй мировой войны. И поэтому, для того, чтобы создать условия для этих перемен, нужно немножко переделать, переписать то, что было в истории на самом деле. Обама, который назвал американский народ исключительным, в день 70-летия Победы, о победе Советского Союза ни слова. 70 лет прошло с тех пор, как силы союзников одержали победу во Второй мировой войне. Ну а у Трампа Америка всегда и во всем снова великая. As we commemorate the 75th anniversary of the American victory. Сегодня мы отмечаем 75-ю годовщину победы Америки во Второй мировой войне. Первые попытки лишить советский народ безоговорочной победы начались еще в нулевых, прямо перед 60-летним юбилеем. Кампания по поводу пакта Молотова-Риббентропа. На все это нужно смотреть в контексте исторических событий. И я бы тогда попросил вас вернуться к событиям сентября 1938 года, когда в Мюнхене были подписаны известные соглашения между нацистской Германией и западноевропейскими странами, которые позднее вошли в историю и называются часто Мюнхенским сговором. Напомню также, что со стороны западных союзников
Их подписали Деладье, по-моему, от Франции, и премьер-министр Великобритании. А со стороны, с другой стороны, Муссолини и лично Гитлер, советско-германский документ, был подписан на гораздо более низком уровне, на уровне министров иностранных дел. Через год, в ответ на подписание западными сторонами договора, который называется Мюнхенским сговором сегодня. Тогда, в результате этого Мюнхенского сговора, на растерзание нацистской Германии была отдана Чехословакия. И западные партнеры как бы показали Гитлеру, куда надо идти для того, чтобы реализовать его растущие амбиции. На восток, с целью обеспечения своих интересов и своей безопасности на западных рубежах, Советский Союз пошел на подписание этого пакта Молотова-Риббентропа с Германией. Вот если в этом контексте мы будем смотреть на проблему, которая сегодня выпячивается, то она смотрится совсем по-другому. И я бы рекомендовал новоявленным историкам, или точнее тем, кто хочет переписать историю, прежде чем переписывать ее и прежде чем писать книжки, научиться их читать. История не учительница, она ничему не учит. Она надзирательница и наказывает за плохо выученные уроки. Чем меньше живых свидетелей тех событий остается, тем более изощренной становится ложь. И вот уже на уровне Европарламента на одну доску поставили Советский Союз и фашистскую Германию. Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. А руководители Франции и Великобритании с ним встречались. И бумажки подписывали. Мы заткнем рот тем, кто пытается принизить роль наших отцов, наших дедов, наших героев. Поганый рот, который открывают некоторые деятели там за бугром для того, чтобы достичь каких-то хорьковых политических целей, мы заткнем правдивой документальной информацией. Именно такого сорта люди сегодня сносят памятники воинам Красной Армии, освободившим страны Европы и европейские народы от нацистов. Зачастую за такими попытками стоит желание скрыть свой собственный позор. Позор малодушия, лицемерия и предательства. Мы не позволим сделать этого. Никогда. Когда кампания по искажению истории поддерживается ключевыми странами Запада, то другие, желающие им угодить, стали говорить вещи совсем уж запредельные. Мы все добре с вами помним. Мы все хорошо помним вторжение советских войск на территорию Украины и Германии. Этого необходимо избежать. И никаких ведь осуждений подобных заявлений ни от Европы, ни от США. Действуют по той же самой логике. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны. Сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И украинский народ прошел через тяжелые испытания, понес большие потери. И подавляющее большинство украинцев, украинского народа... Ну, это долгий разговор, но воевать... Сражаясь с нацизмом, да, умолять... значение того, что сделано украинским. Да? Воевать, да. То есть имеешь. И это сила, понимаешь? Это не слабость. То есть я не буду воевать. Я дам этой стране чем-то другим. Да. И не буду, даже не будучи в этой стране. И, да, ну, по, да не важно это. Потому что это все. Потому что страна это всего лишь. Да. Да, он тебя понимает уже, да. Страна — это искусственное разделение рода человеческого. Вавилонская башня, думаешь? Ну, пусть так будет. Как хочешь, может, и будет. Это даже не религия, это просто... Что нас объединяет, что нас расчленяет, понимаешь? Что людей объединяет? Так, чтобы мы дружили, любили и так далее. И это происходит в малом. Понимаешь, там дело, да? Это уже... Да, вот я тебе про это и говорю. Да. Ну вот так вот и говори тогда. Вот видишь, какой гигантский. Можно вообще горы свернуть. И кто-то. Я надеюсь тоже, что так будет. Я даже, ну как бы верю, что ли, в это. Я даже думаю, что это как бы как некая слепая истина, которая зрячая, которая вот как бы. Вот некуда деваться, только да, только вот она будет обнажаться и обнажаться со временем, понимаешь? Да, то есть, да, и в принципе. Ну она понимает, она же, да. Ну да.
Ну, это и есть оно. Да, да, да. И те, кто это делают, те, это даже не то, что мир, а просто это нормально. Вот это как тихое здоровье, тишина нормальности какой-то, понимаешь? Вот громкая психиатрия и тихое здоровье. Как-то так вот, не знаю даже, как сказать. Что... Да, 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 понимаешь? Ну, там, да, да, да. То есть просто вот так вот, понимаешь? И оно же, оно вот как вот не дикое, вот знаешь, в дикой природе там. Вот как кошки, собаки, они же дикие, да, по сравнению с людьми. Мы люди спокойные. Да, вот, да, у них все что-то резкое, рваное, они хищники. Это, ну, во-вторых, даже если ты не хищник, ты лошадь, например. У тебя очень много активного движения, там вся мускулатура, там, или ты какой-нибудь, ну, тебя понял уже, да? То есть людям это не надо, понимаешь? У нас спокойные, мягкие тела. И мускулатура не так. Ну, мы даже вертикально, это что не очень удобно даже для перемещения пространства вертикально, ну, ты понимаешь. Мне не касается, я просто. Потому что, да, 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 что это, ну ладно, будьте здоровы, психи, да, делайте хорошие дела, да, действительно, да. Да, да, за себя, наверное, как-то так, за жены, господи, да. Живите женской жизнью, если вы женщина, если вы мужчина, да, наверное, да. Потому что ради, ибо деваться некуда, да, и жизнь одна, да, и труп, мешок с трупом, да, каюбик, да. Да, они все врут специально, представляешь, да, сколько вранья, да. Да, все, я тебе говорю, естественное множество. Мордор прямо, ну ладно, долго разговор. Да. 10 лет, правда, да. Да, да, ты деревья просто. Да, да. Ладно, да. Себе так говорит. Да. Наверное.